Всем привет! Вы на канале Александр Одинов Влог. У меня наконец-таки наступила дата в 100 подписчиков. Спасибо вам всем. В принципе, я даже не знаю, что сказать. Это была моя цель, поэтому пока. Блин, я забыл то, что снизу стрелка показывает то, что видео еще не закончилось. Ну ладно, я решил для вас отжаться 100 раз. Поехали! Не знаю, как отжиматься. Ну, я же, типа, сотню раз хотел отжаться, но здесь две проблемы. Одна проблема — это люди, где я хочу, ну, в принципе, отжаться. Сейчас вам покажу, например. Здесь на ярче, ну, на фоне ярче хотел отжаться. Там человек 10, наверное. А другая проблема, допустим, мешает, вот болтает, орут. Как быть ютубером, когда все мешают? Я вам потом дам совет. Короче, вторая проблема — это когда, допустим, вот так, то есть вы видите только солнце, а допустим я снизу, да, и чисто чернота, и там вроде в одном месте такое было, но я, конечно, выложу, но блин, вот, то есть кама. Вот, и чисто видно солнце, свет виден, а как бы само то, что как я отжимаюсь, меня, то есть, не видно. Вот на фоне Мэри так было, еще там где-то было. Вообще, короче, не получается. Поэтому отожмусь в одном месте. Хотя, может, поищу, но... Короче, вот я иду в школу с цветами. Выпустился я выпускник. Мне дают сейчас аттестат. Короче, давайте я вам все расскажу. Уже не знаю, какой это дубль. Здесь бабушки мешают, голуби клюют. Короче, три темы. Первая — получил 100 подписчиков. Ой, получил аттестат. Вторая тема — 100 подписчиков. И третья — я уезжаю в лагерь, поэтому видео не будет 2 недели. Может, даже чуть побольше. Ну, короче, не теряйте, смотрите другие видосы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, насчет аттестата, да, аттестат я получил, все, я отличник, это понятно. Как всегда, организация, но это не важно, это про ОГЭ я вам расскажу попозже, потому что времени сейчас нет, потому что я сейчас вам рассказываю, монтирую видос, что я наснимал, ну, то, что специально было снято, и выкладываю. Да, и сегодня, а завтра я уже уезжаю.
голубь. Так, насчет 100 подписчиков. Вот, 103 подписчика на канале, 7000, короче, просмотров. И на самом главном видео, ну, не самом главном, а, то есть, самое большее на одном видео 400 просмотров. Как же меня бесит, реально ходит туда-сюда, мешает творчеству. Так. И цель 100 подписчиков, вот, на моей странице ВК можете найти, набрать больше 100 подписчиков. Новогоднее обещание я его сдержал, поэтому пока. А, эта шутка уже была, ладно, короче. Короче, пошлите это уже, все. А, что мне еще здесь делать? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!